фаляцию. Крочи достался целый день. Псина-мутант. И почему мне кажется, что у мэра есть акции в игрушечной компании? Возможно, это потому, что я усталый циник. Лучше я оставлю это себе. Я думаю, это нужная вещь. Ага. Так, теперь еще посмотрим одну вещь веселую. Что ты за мной шляешься, безумная псина? Что тебе надо от меня? Вали. На тебе кота. Пошел отсюда, кретин. Интересно, эта штука попадает под вторую поправку к Конституции? Не попадает. Упс. Военные. Что они тут делают? Так, почта. Нет, не почта. Ой, блин. Если бы это касалось твоей задницы, ты бы знал. Ай, блин, а. Запарили. Фига себе. Опа. Тихо, тихо. Кошак. Ноу. Ноу. Чё тебе надо? Вали отсюда, псина вонючая. Ой. На! Давай, 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 бей, убивай. Молодец. Молодец. Здрасте. Что? Иди. Лежать, если не хотите подохнуть. А песик-то не бежит. Да, собака, да? Ой. Я зараза, вот была. Полистреливая такую тварь. Но вдруг еще понадобится. Мне определенно нужно еще. Чуть. Полицаи, давайте делитесь. Нате. Ай-яй. Спасите. Так, мне уже лучше. Я все сожру.
МП-5. Авто. Это ж моя мечта. С момента... С того момента, когда я увидел МП-5. Отстаньте. Так, ну что, я ничего не видел, да? Сейчас повеселимся. Застегни шаринку. Ой, сори, ой. Не то, ну ладно. Да не надо меня убивать. Так, мне уже. Мне нужно поискать лекарство. Ты? Нечего тут командовать. Вот так-то. Ты арестован. Стоять. Ты? Убирайся отсюда, свинья. Ну, пока. Сами сказали, убирайся. Ну, сами попросили выйти, но я ушел, все. Ой, блин. Ой. А куда он пошел? Бегают. Оба без руки, блин. Да тихо ты. Идите нафиг, идите нафиг. Да запарили. У вас что, все, у всех моя фотография, что ли, а? Ну, мирные, ё. Застегни ширинку. Что подписал себе смертный приговор, сукин сын? Брось оружие, поддонок. Да идите нафиг тогда. Я с вами по-культурному выйду. Это вообще без чего. Заходите ещё. Что ты сказала? Ну во. Есть что пожрать теперь. Мне нужно. Мне определенно нужно еще. Присуродилась ёлочка, в лицо она росла. В лицо она удмурнула. Сможет. This is Гэндальф. Гэндальф, я. Гэндальф. I'm Гэндальф. I'm Гэндальф, I'm Гэндальф.
Все по гопнику. Сейчас погодите. А, все. Да куда ты? Я верю в тебя. Говнари. Обидно. Да блин, а где этот участок грёбаный? Чтобы оплатить это сфабрикованное обвинение и внести тем самым вклад в пенсионный фонд дорожной полиции. Будет 300 баксов. Черт. Мне очень жаль. И пусть это станет для вас уроком. Не ссы, сейчас, блин, соберу эти 300 баксов. Тебе. Ну что, готов? Где мои 300 баксов? Мне нужно найти, куда сдают книги. Ай! Лучше я оставлю это себе. Вы меня не знаете, вы меня не знаете. А, обратно. Бифштекс нужен. Ой, я сейчас попал налево, да? Ой, отстаньте, мужики, за бифштексом. Налево и направо, да? Да. И сейчас попробуем. Ой. Ой, а что это летает мимо моих ушей, а? С таким пронзительным свистом. Какие, мать его, ёлки. Вы меня не отвали. Улица Фонариптика. Где же взял я ипотеку? Так. Ту-т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 у
Все, я доволен. Окей. Оп, 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 оп. Ну все. Собака какой-то.
Куряшка свою. Ты недостойна жизни. То, что ты куришь. Ой, господи. Вот там бештексов валяется, это просто капец. Идите в жопу. Ой, господи, ну. Так. Налево. Открывайся. Сколько столиков, а? Айатолла, ты не хочешь обслужить меня? Мне нужны бифштексы для барбекю друзей-психопатов. Дерьмо. Теперь мне придется искать самому. Может быть, они держат их в заднем... Спорим, эта дверь не заперта. Господи. Ой, не хочу туда. Вот так цветки. И все. Да вы чё, мужики, я ж свой. Я ж такой же психопат, как вы, ё-моё. Только более психопатичный. Ой, без перезарядки жить круто. Вообще нервы не к черту. Для винтовки. Извини. Нахожу везде, а винтовки мне никак не нужно. Найти.
давай. Я знаю, что вы крутые, а. Но это круче, у меня нет пизоретки. Потому что это постол. В котором никогда не было пизоретки, по-моему. Полиция Саут. Полиция Саут. Спасите. Ладно. А, уже можно убиться. Они засчитали меня как соучастника. Че вы с дробовиками такие крутые, а? Ну неинтересно так, я двух могу. Можно сожрать. Мне нужно поискать лекарства. Там было написано топливо. Блин, спецнах, иди нахуй. Блин, я из-за них все потратил. Ай, блин, а что мне делать? Но я чувствую, это им понравится. Боже мой, нет. Я знаю, что ты думаешь, но как это не забавно, я никогда не любил видеоигры. ХП, идите в жопу. Не нужно быть провидцем, чтобы догадаться, что будет в следующий раз, когда один из них увидит меня.